Вы ведь не против, что я иду с вами? Лишь бы не путались под ногами. Боннет! Кажется, я понял, в чем дело. Тихо! Боюсь, они рядом! Назад! Разделимся, чтобы сбить их с толку. Лучшая мысль за сегодня. Буэнос диас, сеньор. Вы опоздали. Да, сэр, да. Прощения просим. Нас задержал капитан. Как колокол позвонят, пора. Пойдете с нами? Прекрасно. Особенно если Мендоса участвует. Он со мной еще за рабов не расплатился. Да, сэр, капитан будет счастлив вам заплатить. У нас есть товар, сахар и прочее. Отлично. Bueno, lo que creo es que buscan un diseño más permanente. Ahí es donde entra el juego, hermano. Tenemos los recursos. Колокол, сеньор! Скоро начнется кайф! Главное, не мешать. Да, вперед! Сколько еще я должен ждать? Я не буду тратить на капитана весь день.
Еще немного, сеньор. Капитан Мендоса заплатит вам, как только закончит полежение. Черт, уреалы, мне нужен товар на продажу. Табак, ром, сахар. Си-си, есть сахар. Отобрали вчера у одного толстого англичанина. Англичанина? Por el delito de motín contra tu capitán, el tribunal te sentencia a morir en la horca. Да, но сахар с Барбадоса, высший сорт. Мы доставили его в замок. Его хозяин затеял драку вчера, сам сбежал, а сахар бросил. Неплохо. Мне отправиться в замок вместе с капитаном? Нет, капитан Мендоса сам отправит вам товар. Боже мой, вот этот громила ваш капитан? Нет, сеньор, это Эль Тибурон, он человек губернатора. También me ofrezco para fiestas a bordo y como compañía en caravana. El banquero Martins ha desaparecido y en el peor momento. Iba a concederme un préstamo para salvar mi tienda. Llevábamos semanas negociando. Están jugando a manipular el medio de vida de los comerciantes de la zona. Nos han dividido y ahora pretenden vencernos. ¿Pero por qué? El banquero Martins ha desaparecido. Thank you.
Ugh!